вами компания Электромотор. Сегодня говорим про небольшую аккумуляторную болгарку от компании Stark. Моделька у нас называется CIG 1800B. B значит бесщеточный мотор, body значит body без аккумулятора. В комплект идет только подарок — зарядное устройство. Аккумулятор вам нужно докупить будет отдельно. В нашей компании можно купить как 3, 4 и 6 амперные аккумуляторы к болгарке. Здесь установлено у нас 3 ампер-часовая батарея. Давайте посмотрим поближе, что в этой болгарке, что в ней хорошего, на что стоит обратить внимание. Внешне обычная болгарка на 125 круг. Здесь ничем не выделяющаяся ручечка. Может быть как с одной, так и с другой стороны. Кнопка для фиксирования, для того, чтобы поставить, зафиксировать шпиндель, поставить диск. Защита. Защиту нужно откручивать с помощью отверточки. Сверху у нас идет включение. Стандартно. Вот. Очень приятная прорезиненная ручка. Сам двигатель бесщеточный. Кстати, вот очень удобная и приятная прорезиненная ручка, скажем. Что нету в других моделях, что является новинкой, что порадовало. Значит, посмотрите на регулировку скоростей. То есть вот здесь у нас есть регулировка скоростей вращения. Мы нажимаем вот на эту клавишу, то должны появляться скорости. У нас сейчас 3 скорости. Как сделать меньше? Немножко не получается. В общем, в теории нажимаем вот на эту клавишу, должны меняться скорости 4500, 600500, 800500. У меня почему-то либо руки крюки, либо пальчики толстенькие. В общем, теоретически эта функция работает, но может надо почитать инструкцию, может надо еще что-то еще такое дополнительно нажать. Я, к сожалению, не нашел, говорю как есть. Значит, на батарее есть индикатор уровня заряда. Но батарея в комплект не входит. Сама болгарочка очень легкая. Все пластик. Здесь у нас металл. Здесь шпиндель чистый металл. Редуктор, похоже, тоже там все металл. Ну, мы не разбираем так глубоко. Но на вес килограммчика 1,5. Приятная новиночка, очень легкая и компактная. Значит, круг 125. Так, хотел сказать вам мощность этой небольшой болгарочки, которая весит всего килограммчик. И вы знаете, ни в описании, ни на коробке, ни в паспорте, ни на одном из сайтов не нашел мощности болгарки. Но я думаю, где-то ватт, наверное, 2300. Но не хочу вам врать, то есть мощности в описании не нашел. Значит, везде нашел то, что максимальные обороты 8500, но в теории есть, они переключаются 4500, 6500 и 8500. Легенькая, аккумуляторная. Все говорят, что будущее за аккумуляторной техникой, ну и по цене она стоит в пределах 1600 гривен. Ну, смотрите, будет ссылочка на сайт. Цены на сайте рекомендованные розничные. Присмотритесь, посмотрите ближе. Хороший инструмент. Stark имеет положительные отзывы на украинском рынке. Торговая марка германская, немецкая, правильно сказать, наверное. Все на гарантии, сервисный центр. Поставляется не только в Украину, но и в Европу. В общем, советуем. Гарантия 1 год, контактный телефон 5-3-0-3-8. Обращайтесь в компанию «Электромотор», получите однозначно оригинальный инструмент, недорогой. В общем, есть что выбрать, можно пообщаться.
может, поможем, постараемся помочь вам в выборе. Всегда рады покупателям, всегда рады звонком. Контактный телефон, еще раз скажу, 5-3-0-3-8.